Сегодня вечером я решила, что поеду за штативом в жемчужную плазу. Я хочу купить штатив для телефона, чтобы он мне помогал снимать видео со стороны. Сначала я зашла в МВидео, но у них были штативы только для профессиональной камеры. Они мне очень понравились, особенно этот, который я вам сейчас показываю. Но, к сожалению, он был очень тяжелый. Поэтому я отправилась на первый этаж, и там уже были штативы для телефонов. Они были менее устойчивые, но я все равно его решила взять. И, как вы видите, я взяла не только штатив. А тут я жду продавца, который ушел за инструментом в машину. Я попросила кое-что подправить в этом штативе. Все подробности я вам расскажу позже. До заката оставалось еще время, поэтому я решила, конечно же, поесть. И вот сейчас уже выдвигаемся на съемку. Итак, я попала в какую-то парадную. Короче, я спешу очень, хочу успеть на закат. Как вы видите, я, кстати, купила оборудование, как хотела. Это, получается, тренога, ну, штатив для телефона. Я очень рада, что успела на закат и даже немного заранее, чтобы сделать кадры при разном освещении и чтобы у меня было время разобраться с новым оборудованием. Итак, сейчас я буду пробовать разобрать этот штатив. Я надеюсь, что сюда никто не зайдет. Больше всего я боялась, что кто-нибудь выйдет на балкон и помешает мне снимать, но, к счастью, этого не произошло. Ты на 5 минут попозже, как по таймеру. Под нами это же 6 лет и конец лета. Так, надо торопиться. Я не напишу про тебя ни строчки, но... Ну что, я могу сказать одно, то что нужно было уже сегодня брать мой второй телефон. Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна. Ладно, короче, давайте я еще сейчас пофоткаю. Сейчас изменилось освещение. Кстати, вот как это выглядит все со стороны. Гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна. Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Да не получается эти палки собрать. Здесь вы можете видеть, как у меня очень долго не получается собрать штатив. И вот наконец-то получилось, мне стало совсем смешно. На улице уже становится холодно, и пора двигаться домой. Заходим в лифт, нажимаем первый этаж. Нет, это минус первый. Нажимаем первый этаж. Есть такая вентиляция, как будто я в самолете лечу. На самом деле уже 11 час. Вот. Я провела на балконе где-то около часа. Вот. И сейчас еду домой. А здесь я повернула не туда, мое внимание привлекла вот эта вот дверь. И я, в общем, видите, выхожу во двор. Ну, в общем, тут до меня и дошло, что вышла я не там, где нужно. Так, а это вышла я во двор. Я вышла не там, где зашла. И сейчас, прикиньте, это окажется какой-то элитный двор, из которого можно было здесь выйти только с ключами. У меня просто такой у самой соседней есть. Ну что, вот я и приехала домой. Время где-то около 11 часов вечера. А сейчас слушайте мою историю о том, как я покупала этот штатив. Короче, ребят, я уже приехала домой, и давайте я вам расскажу быстренько, как это все происходило, потому что, мне кажется, лучше записать это сегодня, пока еще эмоции, пока это все еще свежие эмоции. Ну, короче, погнали, поехали. Сначала я пошла в МВидео, вот, и, значит, там вообще не было, получается, никаких вот штативов для телефонов, то есть там был только для камеры профессиональной, вот, и вообще, в принципе, их, то есть, и не привозят, то есть их делают только под заказ по интернету, а я хотела видеть товар как бы лицом, чтобы вот, короче, наглядно посмотреть все эти вещи, которые меня волнуют, а вот не считается ли вот эта вот фигня, то есть, и... Соответственно, мне вот заказать по интернету это вообще не подходило. Вот. Также сначала меня проконсультировала девушка, но она так нехотя это сделала. Короче, я пошла, вышла оттуда, думаю, блин, что зря приехала, что ли. Вот. Потом смотрю, мне там
А подруга говорила, что у нее там кольцевая только лампа. Потом еще знакомый сказал, у него тоже только кольцевая лампа. Пойду, думаю, ладно, спрошу про эти кольцевые лампы. Вот. Мне они, короче, достали эти лампы. Я говорю, нет, вообще не то, что мне нужно. Я не хочу тут дома снимать. Ну, короче, и потом мне парень уже говорит, что вообще-то, то есть, можно взять и штатив для камеры. То есть, и вот это вот крепление, вот эта вот резьба у них универсальная, то есть вы можете прикрепить, в принципе, и телефон. Но сами держатели, они не очень дорого стоят. Вот, но проблема в том была, что, конечно же, я стала сразу же смотреть на устойчивость, и я говорю, можно просто самый устойчивый, и там был тот, который мне понравился, вот, за 3000, 3200, вот, но он был очень тяжелый. С моей спиной, вот, это, конечно, нет. Он очень классный, он очень устойчивый, там даже есть крючок, чтобы туда повесить еще дополнительный. Я бы, конечно, его взяла, да, если бы у меня была здоровая бы спина, ну, как бабушка сказала, это прямо для мужика, короче. Вот, ну и, в принципе, у меня пока нет профессиональной камеры, поэтому он сказал спуститься на первый этаж, посмотреть там у ребят, у них вроде бы есть штативы для телефонов. В принципе, я так и сделала. Вот, как вы видите, я его приобрела. Он уже стоил, конечно, дешевле. И вы знаете, что была еще какая? В чем проблема? Вот эта вот штучка, видите? Она как-то немножечко шаталась, то есть ходила ходуном. И то есть, как бы, если я поставлю телефон, то я думаю, она будет куролесить. И я попросила сделать так, чтобы я спросила, она... точнее, можно ли сделать так, чтобы она была очень устойчивая. Вот, чтобы она была зафиксирована вот просто вот в одном таком положении. И, короче, то есть мужчина сказал, что можно. У него сначала он подумал, что нет инструмента в машине. Потом такой, нет, у меня есть инструмент в машине. Сначала он думал, что вообще мы как бы это сами сделаем, что в этом нет никакой проблемы. Я говорю, вы знаете, мне никто не может помочь. Я вообще не понимаю, про какой вы инструмент говорите. Он такой, а, тогда я сейчас все сделаю. И, короче, я ее купила. Мы уже вышли из магазина, и, короче... Мне он помогал, спасибо ему, конечно, большое, на улице уже. Вот, кстати, потом он дальше подарил мне, можно сказать, коробку, вот, в которой я ее, собственно, и несла этот штатив. Вот, так-то мне его продали просто без коробки. Что еще хотела сказать? Ну, конечно же, как обычно, долго сомневалась, смотрела, да, нет. У него достаточно большая максимальная высота. Вот, и, конечно, при сильном ветре он, конечно, не будет стоять, вот. Если идти куда-то с ним на крышу, то нужно как-то, не знаю, будет продумать этот момент, что-то вниз, какую-то сумку, не знаю, подвязать. Ну, в общем, а так на балконе, я вот уже снимала, в принципе, с ним видео на балконе, а там, получается, уже у нас есть стены, да, то есть, и там нет такого прям прямого ветра. Там еще можно дополнительно точка опоры, можно поставить к стене, и, в общем, это подходит мне. Когда нет прям такого урагана, нет сильного ветра, то он там идеально прям стоит, и можно это снимать со стороны. В принципе, она мне будет помогать так просто вам что-то снимать. Те же самые упражнения. Вот. Я очень рада, что я ее купила. Всех люблю, всех целую. До скорых встреч. Пока-пока. Куда пока я вам еще не показала. Куда пока. Короче, я купила еще вот такую вот держатель. Получается, да? Да, сюда можно прикрепить. Или как он называется? Или вот этот держатель. Ну, короче, он прикрепляется именно вот на эту штуку. И можно поставить телефон горизонтально или вертикально. То есть, благодаря вот этой штуке он регулируется. Так что вот. Ну, теперь, кажется, я вам все свои покупки показала.